Девушка, которая зарезала своего возлюбленного, просила о более мягком наказании. Анастасия Воробьева заявила, что защищалась от своего парня, а не убивала из-за ревности. По словам осужденной, он ее избивал, и чтобы вырваться, она отмахнулась ножом для суши и случайно зарезала. Во время заседания у девушки случилась истерика. Анастасия Воробьева расплакалась на глазах близких и родственников погибшего парня. На процессе ей пришлось выступать прямо из СИЗО. Связь с ней установили по телемосту. Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года на улице Бивеля. По версии следствия, Павел находился с друзьями в кальянной. Неожиданно пришла его девушка и закатила скандал. Подсудимая призналась, заподозрила Павла в измене, якобы нашла доказательства. Их ссоре друзья не удивлялись. За 5 лет отношений они ругались не первый раз. Получается, они с ней в ссоре были, не общались какое-то время. Вот она туда приехала к нему. А вышли поговорить. Вот. Разговаривали, что у них там произошло. Видимо, может, ну, холодно стало. Сели в машину. Вот. Видимо, он хотел с ней расстаться. И не знаю, откуда взялся нож. Они сели в машину, там и произошло убийство. Адвокат настаивал, что парень стал избивать и не давал ей выйти из машины. Якобы тогда она схватила нож, который пара возила с собой на шашлыки. Кстати, об агрессивности парня говорят и родственники Анастасии. Последние 2 года он познакомился с молодежью. 18-19 лет там 2 парня. Они спайсы, может, какие-то или соли начали употреблять. Потому что Настя мне рассказывала, у него какие-то страшенные головные боли были. И головой вот об стенку бился, до того у него голова болела. Потом слово ему скажи, он сразу кидался на Настю, начинал ее сбивать. Она в ванной от него пряталась. В качестве доказательства его вспыльчивости близкие осужденные предоставили эту запись. На кадрах видно, как погибший устроил потасовку с начальником. Но суд видео к материалам дела не приобщил. Рассмотрев апелляцию, суд принял во внимание, что Воробьева оплатила похороны парня. При приведении суждения о взыскании с Воробьевой в пользу Долгачевой ТП 60 тысяч рублей заменить указания в счет возмещения материального ущерба указаниями на основании части 2 статьи 132 УПК РФ возмещение, выплаченное адвокату Владовой суммы вознаграждения. В остальном решение оставили без изменений. Девушке придется сидеть за убийство возлюбленного ближайшие 9 лет.